Стокфорум — это все-таки специализированная конференция, посвященная определенной тематике, связанной с мониторингом ИБ. Поэтому он интересен именно с точки зрения своей специализации. Стоит нехватка, наверное, российских решений, с помощью которых можно построить работающий СОК. Они еще, наверное, находятся на той стадии зрелости, когда не позволяют закрыть все 100% задач центров мониторинга. Санкционное давление может привести к тому, что банки будут вынуждены со временем отказаться от использования зарубежных решений. А на рынке у нас не так много российских производителей, которые могут предложить альтернативу. Два крупных регулятора в области ИБ обратили свое внимание на это мероприятие и вообще на задачи, которые решаются рынком. Много вопросов к регуляторам поступит. Я надеюсь, что не будут, точнее, отмалчиваться, а все-таки дадут какую-то положительную обратную связь рынку.